Узбекистан, Хамая. Салом. Хочу вам рассказать историю, которая произошла со мной на базаре. Короче, мне нужно было отправить посылку в Россию. Сухофрукты, орешки. Ибо в России это очень дорого. И это, если что, я не бьюти-блогер. Подхожу я к первому продавцу и спрашиваю, почем миндаль? Он такой, 100 000. Я такая, намунчак мат? Why? Узбечи блясма. Я такая, угу. Масызге, ед мушминге берама. В итоге, короче, я купила все этого мужчины. Потом иду за куртом. Думаю, сразу нужно спросить на узбекском. Я такая, опа, курт не чпуль? Она такая, узбемысыз? Она была настолько удивлена. И она такая, каттан узбечи баляс? Я уже на русском отвечаю. Ну, я же здесь живу. Ой, молодец. Нечто, Оляса. Я такая, ну, мне полкило нужно. В итоге она мне дала его бесплатно. Учите узбекский.